Много вам гоночных новостей в ленту. Мы сегодня в Мечково. Шершень. Наши новые старые партнеры. Все с нами. Сегодня такой предтренировочный день. Завтра официальная тренировка. Гошанчик. Все на месте. Сенсей, настройщик. Наш, в общем, все двигаемся. Сейчас немного вкатываем шершня, смотрим, что с машиной нужно покрутить, поделать. Джеки выскочит во вторую сессию. Сам Женек выскочит тоже во вторую сессию. Дамир сейчас отоспится и придет, возьмется за дело. Все в боевом строю, все хорошо, все в порядке. В общем, двигаемся потихоньку. Ну, поеду тоже, бахну пару кружочков, посмотрю, что к чему. Немного покрутили машину. Все класс. Все кайф. Погодка пасмурная, немножко холодная, но в целом все огонь. Вот такие дела.